Диалог по Гагаузии. Деятельность организации CMI Фонда мира Марти Ахтисаари. CMI – финская организация, занимающаяся предотвращением и разрешением конфликтов посредством диалога и посредничества. CMI была основана в 2000 году лауреатом Нобелевской премии мира и экс-президентом Финляндии Марти Ахтисаари. За более чем 20-летний период CMI стали одним из лидеров в сфере международного миротворчества. В Республике Молдова CMI начала свою деятельность в 2011, а с 2015 организация обладает мандатом спикера парламента на предоставление экспертизы и посредничества в процессе диалога между Кишиневым и Камратом. CMI содействует неформальному диалогу на платформе парламентской рабочей группы по Гагаузии при поддержке Швеции. В этом процессе CMI удается привлечь к обсуждению квалифицированных экспертов по вопросам, связанным с гагаузской автономией, для предоставления информации и вспомогательных материалов, а также для обмена мнениями между экспертами, CMI, депутатами, журналистами и другими представителями гражданского общества. Диалог по Гагаузии.